Алексеев Даниил, 10 лет. Стихотворение собственного сочинения. На конкурс дети читают стихи. Стихотворение называется «Спасибо моим ветеранам». Войны не встречал я, не видел, ведь трудно народу пришлось. И голод, и холод, и ужас. Все людям увидеть пришлось. В момент тот везде царил хаос. Слышно были плач, вой сирен, залп снарядов и гул самолетов. Наша Родина в страшном огне. На защиту России все встали, не страшась чего шли все в бой. С гордостью, с честью они защищали наш нынешний мир и покой. Пусть мир наш царит на планете, пусть люди не знают войны, пусть ярко всем солнышко светит, мы дружно всегда жить должны. Спасибо, мои ветераны, за то, что вы были и есть, за то, что в немирное время смогли в Россию быть.